Всем привет, добро пожаловать на канал. Так уж повелось, постоянно из этой библиотеки я начинаю свои серии. Походы по несюжетным заданиям в старом городе. Игра Dying Light. Значит, что нам предлагает сама игра? Я здесь каких-то нашел ребят, которые попросили найти припасы в подвале, то ли мэрии, то ли где. Некий бункер, где хранятся огромные, значит, запасы какого-то там, то ли продовольствия, то ли каких-то помощи, это ЧС, ну и так далее. И сюжет мне предлагает высшее образование, но с этим я как-то не очень по сюжету, а вот здесь пробежаться всегда пожалуйста. Что согласно чертежам, в принципе... Так, надо кое-что сдать, так, пистолет Райса, король... так, это надо тоже будет скинуть... Так, мачете. Надо что-то вот с этим сделать. 500 урона, да? Сейчас поглядим. Так, привет, товарищ. Чего у тебя тут можно купить? Итак, 551 урона. Неплохо. А здесь сколько у меня? 547. Так, ремонты 4, улучшения 3. Здесь у нас сколько? Улучшения 3, ремонта 4. Слушай. Отличная вещь. Средневековый длинный меч. Под 600 уже пошло. 700 топор. Так, я тебя куплю, значит, наверное, мачете. А это что? По 700. Великолепный военный мачете. Интересно. А здесь 800. Ёлки-палки, нужен 22 уровень. А как далеко у меня до уровня? Кстати, что по навыкам? Совсем немножко. О, что здесь не изучил. Это что? Атака в падении. Возьмем. Так. Так. Ой, даже не знаю. На. Значит, тебе вот эту хрень. И все. Так. И не кашляй. Будь здоров. Так. Пистолет, наверное, пусть здесь валяется. Как и два вот этих. Да все, в общем. Пусть здесь валяются. Это также пусть здесь валяется. Что еще? Кажется, все. Так, пицца сьюит. Динамит тут какой-то, черт, не знаю, что с ним делать. Так, самодельные гранаты. Сколько урона не наносит, непонятно. Кошка тут запасная. Молота, щиты. Щиты, наверное, продам. То хлама и так дофига. Экскалибур. Я и сам их могу сделать, они дешевые. Так. Мачете корок, мачете с арены. Кое-какие вещи. Так, хорошо, пойдем за халявой. Заодно все сдадим. Так. Привет. А, кстати, мы еще эти наборы. 47 тысяч. Ничего себе. Так, давай это все. Снова щиты накидал. Пока. Надо бы парочку людей, наверное, освободить. Сколько не хватает? Ну, совсем чуть-чуть. И можно так вот уже прокачать уровень, купить какое-то хорошее оружие, ну и с ним уже воевать. Так, что-то не понял. Щиты не покупаешь? Где нафиг не нужны, что ли? Так, давай вот это. Клинок. А, аптечки давай. Отмычки, ладно, куплю. Взрывпакет не надо. Так, бита туда. Ну какой хитрый. Не покупает. Коктейли вот валяются. Придется их разбирать. А, их только бросать можно. Ну и улучшить как-то, да? Щит Теслы. Замораживающий щит. Жесть какая-то. Так надо их тут выкинуть. Такс. Воу. Так, тут пройти можно? Ну как-то, я думаю, разберетесь. Полезли. Так.
Куда бы мне здесь сбегать? Тросы, тросы, тросы. Где тут трос? Куда он ведет? Так, здесь просто куда-то непонятно. Тут уже не особо. Итак, в принципе, какие у меня задания? Поговорить с Табитом, да? Это бункер. Далее, что еще здесь? Ной. Можно посмотреть эту запись, и заодно вот здесь какая-то также вот миссия. Сбегаю-ка я по сюжету. Как далеко? Ну так, не очень. Оп! Туда, родной! У-у-у. Ребятки, тут у вас... Ну, лезь давай. Вот же может зацепиться. Чуть-чуть. Вот гад. Сползает, как кот. Вот так, отлично. Так, что это у нас здесь? Не хочет. Вот так, отлично. Так, флаг. Где флаг? Здесь флага нет, либо я его уже забрал. Так, сюда-сюда. Что у нас тут? Встреча кого-то месят там. О. Туда. Что у нас здесь? А, это банда просто собрала. Можно их так вот коктейлем... Что это за хрень? Тут еще щиты. Бросить, бросить. Вот это ставим. Ловите. Так, плюс 200. Плюс 200. Сгорел? Нет, выжил. А не, он догорает вроде. Кстати, еще. Вот черт, придется лезть за ним. Готов? Наконец-то. 4500 опыта. Так. Так, как тут попасть сюда? С этой стороны, что ли? Да. Кажется. Так, кафе. Эх ты, ёлки. С вашими сундуками. То ли их улучшили. А, вот. Так, чуть-чуть еще. Нет, наверх. Ювелирная работа. Итак, я снова нахожу какие-то приколы, которые мне нафиг не нужны. Так, товарищ. Подъем. Что тут у него интересно? Ха-ха, храпит вовсю. Ну, так понимаю, то ли приемная, то ли что. Чиновник, которого можно убить, и все поймут. Табит. Are you Mr. Thabit Erdl, the town clerk? That was my title. However, all city authority has been dissolved by the GRE and the federal government. My title does not exist anymore. And therefore, I am no longer required or allowed to provide any services to you or anyone else. Поэтому... In conclusion, goodbye. До свидания. Mr. Erdl, the dissolution order requires all local officials to be at the service of the GRE and the provisional authority as needed. Are you with the GRE? I'm looking for information about a large supply cache hidden somewhere in the city. Ah, you mean the bunker? Well, if you wish to take possession of it, you'll have to lodge a 201 agency form. Нужды агентства. 401 details of operation. Детали операции. Also a 606 compulsion of special authority form. Oh, and a 302B. Твою-то мать. Of emergency functions form.
Последняя одобряется в течение 3 дней при наличии возможности. Сейчас ее нет. Запустить традиционный способ. Взятка! Вот так вот. Ну-ка. Подлинная печать мэра? Ах ты чертов бюрократ. Мэра, печать ему давай. Так, сколько тут? А тут вроде недалеко. Можно сбегать. О, знаменитая... Нет, так, что-то тикает там. Это не к добру. О, еще один повешенный. Сколько же вас тут? Так, начинается вакханалия ночная. Там уже вот я вижу, меня ждут. Тут какой-то спуск. Так, а где это все? Вот это вот туда наверх. Так, поглядим, что здесь. А еще чуть выше. Оп. Флаг где? Чё-то не вижу флага. Да ползи ты. Вот хренов мудак. Нет, кажется, здесь нет никаких флагов. Сто с чем-то. Пойдем по чуть-чуть. Привет! Туда вот. О, хорошо полетел. Кто еще? Оп. Туда же. Плюс 400. И ловкость еще почему-то качается. Не могу понять почему. Так, какую-то зону нашел. Может быть, что это за зона? Парковка называется. Давайте я захвачу парковочку. А, так хрен слезет. Не хочет. Так, а вот сюда? Отсюда хочет. Ух, кто это меня там видит? Ух ты, мудак. Шел ты нафиг. Пока. Итак, парковка. Я пройду и покажу, где она на карте находится. Или, секунду. Возможно, сделать это проще, чтобы все-таки не затягивать. Так. Мне уже здесь нравится. Принять. Ну, давайте в конце. Что-то здесь сначала получилось неплохое. А так, можно это увидеть на карте? Да, вы здесь. Значит, тауэр этих товарищей, по-моему, где-то здесь. Вот, эти вот две башни, по-моему. И сама парковка находится, ну, как, вот здесь какая-то стена и огромное здание. Вот он я, где? Так, ну что, пойдем поглядим. Очистите гнездо, а здесь их надо убить. Лады. Тем более ночью. Что-то знакомые места. Тут прыгунов нет? А, вон какая-то толпа. Братцы. Ловите. Так. Вы пока там дохните. Какие-то строители. В каске. Обглоданный весь. Но каску... Каску не смогли прогрызть. Что-то взрываются. Да взрывайтесь дальше. Так, о, я что-то нашел. Печенька. Так, все, можно собирать. О, бежит уже. Бабах. Есть. Так, собираем все подряд. Кто там? Полетел космонавт. Ну что ж ты не летаешь? Что-то испоганили, так, игру? Или на форуме где-то кто-то ныл? Ой, они летают, меня убивают. Пофиксите. Весь фан убрали. Так, что тут? Кого-то пополам... А, это взрыватель этот. Вот, пополам кого-то разрубало. А в какой половинке теперь искать? Тут шипит. Так, что-то еще нужно. А, тут кирпичами можно кидаться. Сейчас пойдем угасим кирпичиком зомбака. А, вот. Иди сюда. О-о-о. На. Так.
Отлично! Ой, громила. Твою-то мать, что творит? На. Так, с тобой как-то вот так надо. Воу, что-то тут все горит. Как бы тут не бахнуло. Эй, мудак хренов. Иди сюда, на. Ох ты, попал. Хорошо, что не в костер. Готов. Так. Готово. Все собираем. Все собираем. Все собираем. Все. Отлично. С Ватсон и сын. А, здесь что-то по этим вот можно прыгать. Что-то не могу понять, зачем это. А, может краны эти выключать? Вот там кран как-то подозрительно. Нет. На него никак не повоздействуешь. А. Возьмем вот эту вот еще. Чудную вещицу. Так, я убил уже 14 зомбаков. Давайте я всех поубиваю. Сколько вас там? Воу! На! Черт возьми! Кто ж знал, что здесь взрывачка? Ой, что-то горит. Какой-то генератор горит. Это плохо. На! Тебе! Вот ты, елки-палки. А это кто? Плевать начинают. Я ни черта не вижу. Фу, блин. Все, харе. Харе блевать. Так, вот еще один. Последний, кажется. Итак, 30 зомби всего лишь нужно было убить. Завершено. 15 тысяч опыта. Так. Быстренько здесь все это обыщем. А крики так и не прекращаются. Возможно, здесь какие-то полезные вещи есть. Хотя в карантинных зонах такого плана, по-моему, нифига нет. А, тебя можно еще обыскать. Это помощи ЧС, там надо их высматривать. А, здесь ни чертежей, ни статуэток я, по-моему, не встречал. Хотя это вторая такая зона, где нужно, ну, нужно убивать, задание поубивать всех монстров. Так, о, что-то нашел. Что это такое у нас тут? А, я еще не все вскрыл. Ёлки-палки. В каждом шкафчике что-то есть. Еще бутылка. Так. Секунду. По поводу чертежей. Инвентарь. Коктейль молота заканчивается. Да и ракет бы сделать. Аптечки мне не нужны. Я сделаю... Значит, усилители мне тоже не нужны. Ракеты Саида мне не нужны. Таких вот надо запастись на будущее. Отлично. Далее. Молотов. На все, наверное. Так. Есть. Сколько получилось? 59. Вот это житуха сейчас начнется.
Так. Ага. О, нет, не попал. Отлично. И в белом ящике. Что у нас здесь? Полуторный меч. 400 с хреном урона. Да еще и зверюга какая-то. Фиолетовая. Очень полезная тема, я уверен. Так, что это у нас тут? Похвала. Это что такое? Какие-то записки. Печенька. Так, что бы еще тут? Кажется, все. Забираем. Нет, нифига здесь нет. Там эти... С пропаном или как они? И газовый баллон валяются, а вот сундук. Локация небольшая, не сложная. Единственный там вот этот вот гад. Поджигатель. Так. Все это элементарно здесь проходится. И каких-то полезных вещей здесь абсолютно ничего нет. Любимое занятие всех. Всех убил, значит прошел. Вот. Так. Он горит до сих пор. Ух ты, а тут много чего. А, это всего лишь кирпичи. Так, тут у нас нужники. Сундук. Ну что ж, отлично. Все забрали. Отметились. Не знаю, что это. Ну, это получается убить логово мутантов. Что-то такое. Значит, район будет чуть-чуть безопасней. Так, вылазим. Сектор 0. Еще раз покажу, где это на карте. Старый город. Ой, там нас встречать должны, по идее, на улице. Сейчас быстренько глянем, что это тут у нас. А, нет, этот свалил уже, мудак. Итак, ну, все то же самое. Вот тауэр, да? Какое-то задание. А это что? Найдите печать мэра. Что-то два раза продублировалось. Понятия не имею, почему. Вот. Куда бы тут сбегать? Ну, здесь поближе. Пойдем за этой печатью. Так, господа хорошие. Понастраивали тут. Люди пройти не могут. Эй, ты чего? Давай свой тик-так. Отель. Так, где-то здесь. Так, вот сюда вот, да? А, внизу. А что у нас тут? Так, флаг какого-то хрена я нашел. И что тут еще валяется? А, сундук. Ах ты, ёб. О, где-то здесь. Вот оно. Чуть-чуть сюда. Нет, чуть-чуть, значит, сюда. И что мы тут нашли? Драгоценность. Ну зачем они мне? Вот честное слово. Сколько денег? 149 тысяч. Девать некуда. Так. А, вот вход, да? Ладно. Поищем печать. Это, наверное, приказы будут какие-то. Или подделывать. В общем, трата общественных денег налогоплательщиков пойдет полным ходом. Задним числом все это зарегистрировано. Вот так вот. Коррупция, бюрократия, демократия. Так, куда я попал? Какой-то, блядь, подвал. Как всегда. Ну это по идее ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то у него с руками. А, я думал, как ногти такое отсвечивает. Фух. Так, ладно.
Здесь мусора просто немерено. Немерено мусора. Так, это выход. Это гостиница, я так понимаю. Ну. Так. А, здесь маркер стоит, то есть здесь не нужно обыскивать все комнаты. Твою-то. На. Пугает он меня. Так. Ну. Отмычки. Зачем они мне? Халва. Быстренько, я думаю, здесь пробежаться. Здесь корзинка вскрытая для белья. Здесь ничего вроде нет. Оу, твою мать. На. Рычит он. Ты тоже рычать будешь? Нет, этот не рычит. А, карточку нужно найти, да? Сейчас поглядим, где она тут. Так, тут эта стрёмная дверь. Ух ты. Спокойно. Спокойно, мадам. Шампанского в третий номер больше не приносят. Так, пусто. А, здесь вообще нельзя выбрать ее. Может быть, я просто не нашел карточку. Так, что здесь? Какая-то хрень. Вот тут тоже. Ну, это внутри где-то. Там не зайти. Ага, здесь что-то сдвинуть. Так. Гвозди. Ну и всякая фигня. Так, что у нас здесь? Ничего полезного. Здесь, кажется, тоже ничего. О, этот фонарик вот включать. О! Давай! Нати! Нати! Опа! Смотрите, что я нашел. Отсылка к Матрице. Драка Морфеуса и агента, по-моему, да? Когда Нео там спасали в канализации, когда их предал этот Сайфер или кто он там был. Ой, кто-то топает. А ты кто? Ты агент, мать твою? Ты откуда взялся? Это реально Матрица. Он вообще неизвестно, откуда нарисовался здесь. Полезли? Так, хорошо. Фонарик. Тут явно Морфеуса порвали в клочья. А может, и это и агент. Так. Так, ты мертвый? Или нет? Тут тоже рычащий. Тут вообще открыть нельзя. Что у нас тут? Какая-то хрень. Так. Сумка. О! Ё-моё. Крикуны. Так, здесь закрыто. Что это валяется? Тут отмычек просто. Вагоны, малая тележка. Ты мертвый? Еще отмычка. Какой-то тут притон этих взломщиков каких-то. Ух ты. Какой интересный плакатик. Так. Где-то вот внизу, да? Ты как раз туда и смотришь, наверное. О-о-о-о. Оп. Воу, я промазал. Нифига себе. Они шустрые гады. Прикипаются. А что он тут рассматривает? Ха-ха. Дабл килл. Есть. Так. А что вот это такое? А, это урна. Couching, learning in progress. Внимание, уборка в процессе. А, это просто такая тележка со всякими чищащими этими средствами. Помогает убирать, чистить ковры, полы. Ну, наверное. Я не такой частый гость различных отелей, чтоб
говорить наверняка. Ты ж вроде без головы, всадник. О, а это же живой. Или нет, мать твою. Одни спортсмены. Тут закрыто. Что-то здесь отмычка. Ага, то есть весь обслуживающий персонаж. Персонал, точнее, да? Когда... Зомби ручки просто научились двигать. Когда погибла вся эта... Весь народ, который сюда приехал, они давай шариться по карманам. И не тут-то было. Так, забираем. Так, там какой-то мудак. Что-то хочет нему понять. Нет, по-моему, здесь нифига нет такого интересного. А вот какой-то сундук. О-о-о-о-о. Ты чего? Такс, что у нас здесь? Блин, а вот. Так. Да ёлки-палки. Кто опять там кричит, рычит? Давай иди сюда. А где мой меч делся? Готов? Ё-моё. Открывай. Что у нас здесь? Катасумка. А, это была печать. Погоня отстала. Отдайте печать Табиру. А что внизу там показывают? Не могу понять. Ну да хрен с вами. Как-то я прошел наоборот этот квест. 5 отмычки. Лифт. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Картина маслом. Все, кто не платят налоги. О, привет. Смотрите на него. Ха-ха. Настоящий зомби. Ну, привет, я тут. Эй. О-о-о. Откуда ты вообще свалился? Он же сверху как-то свалился. Твари, конечно, немерено. Быстренько обыщем. Ну, здесь, кажется, нифига абсолютно нет. Сумки. Погоня отстала. Так, забираем, забираем. 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 Все забрали. А вот. Тут непонятно. Все. Блин, что это? Карабкаться надо. По колено, в кишках, мозгах и в обедах. Кто чем тут? Может быть, завтракал, ужин. Так, что это? Отмычка. А это у нас что? Используйте. Что-то еще. А, это короткий, наверное, выход наружу. Или как? Идите в сектор 0, да. Ну, я здесь быстренько осмотрюсь. Так, там уже надоело, ничего интересного. Компьютеры какие-то. Снова отмычка. Карточки мне не понадобились. Все это проходит гораздо проще. Нет, все, здесь ни черта нет. Абсолютно ни черта. Лифт этот. Все, батарейки. До свидания. Что за краник? Охрен. Неизвестно. Бункер. Продолжается задание, да, я так понимаю? Или что с ним? Сейчас глянуть надо. Итак, откроем. Бункер, да, так оно и осталось. Поговорить с Табитом, найти печать мэра, отдать эту хреновую печать. И отличное мачете Панга разобрать. Это сюда. Так, хопиш. Тут 500 урона.
Так, это тоже нафиг. Что там говорит? Навыки? Ага. Могу купить, да? Что это? Атака с маскировкой. Научитесь атаковать мутантов. Под маскировкой, не привлекая лишнего внимания. Да я им шеи ломаю. Мне это устраивает. Так. Темнота. А, вон я вижу тварь. Фонарик. А что это за отель вообще был? Как он хоть назывался? Аврук Хотел. Вот так вот. Да? Так, ну тебя нафиг. Сколько здесь? 120 метров. Травы нарвем. Так, надо тикать. Сними. А здесь еще какая-то карантинная зона. А я, по-моему, ее прохожу. Это Анталия, кажется. А, нет, это парковка. А, вот сюда и можно залазить. Так, сколько там? 70 метров, нормально. Тихо. Не шуми. Тут надо их обойти. А, да, он где-то возле этого бара. У меня тут какая-то была стычка. Когда-то. В какой-то серии пришлось повоевать, серьезно. Так, припасы, пить кофе. Туда ползает тут. Так, тут. Теперь падает куда-то. А, ой-ой-ой, это этот гад. Надо сюда бежать. А, стоп. Кажется, он здесь. Да? Че, выспался уже? Похмелье прошло? Тобит. Так, че мы тут шаримся? Что это за сайт вообще? Подожди-ка. Дай-ка глянуть. Папочки какие-то. А, он уже начал документы здесь подделывать. Вовсю, да? То есть я печать ему вот на. Со всей возможностью. Старый город поддерживает состоятельных. После этого нищие наводнят весь район. The bunker is under the town hall. I can monitor your progress on the city services band. Radio me if you need some paperwork from the office of the mayor. I'll be generating reams. Вызови меня, если понадобится. Документ из мэрии, да? Так. Лады. Итак, что у нас-то? Проверьте бункер под мэрией. Проверьте бункер под мэрией. Это где? Сколько время вообще? 5 утра. Кровь. Что-то памятник кому-то. Какому-то. Так. Ну эти твари, наверное. Да, вот они убегают. Боятся этих колоколов. Так, а мне куда-то. Вот туда. Здесь красиво сделано. Еще падают туда. Все туда просто. Давай, иди мойся. Ладно, черт с вами. Свяжись только. Так, где? Здесь? Да. Задеваем. Заходим внутрь. Я встретился с Ихсаном. У него есть клад, но почти все полки пустые. Он рассказал мне. Ну, это я читал уже. Так, вот она, мэрия. Так, граждане. Ух ты. Так, можно банкомат обворовать? О, ты чё? О. Ёлы-пот, чё взрывается там? Твою мать! Весёлое у вас тут место, я погляжу. Просто барахла немерено. Какая-то вот какой-то ящичек. Такс.
кто тут? А ты откуда взялся? Что-то они с потолка, что ли, падают? Ага, вот, сидит. Меня ждешь, мудак? Ага. И сдох, прямо на документах. Так. Здесь какая-то у них архивная комната. С кучей архивов. Так, ну, поглядим, что тут. Да, ёлки-палки. А, вот. И сразу открыл. И в белом ящике. Что-то у нас тут отличный. Египетский. Ух ты, таких я еще не видел. Инвентарь. Где он там? Так, это античный клевец какой-то. Египетский хопиш. 680 с хреном урона. 56. Вот это лучше, чем даже вот этот восточный египетский. Рулят. Так. Что это такое? Понятия не имею. Хорошо, пошли на маркер, наверное. Что у нас тут? Кабелечек. Здесь у нас... половинки зомби. Кажется, нифига. Оу, мудак хренов. Перепугал меня. Так, а что у нас здесь? Непонятно. А, здесь все закрыто везде. Ладно. О, братва. Жух. Ух ты. Так. Готов. Может обмазать с этой дренью? Что меня не видели тут. Так, здесь нифига. А здесь взламывать что-то нужно. Ой, ты блин. Та, ёлки-палки. Вот, отлично. Итак, что у нас здесь? О, плевачка, мать твою. Что за хрень произошла? Я думал, я туда залечу. Охранник припасов. Тут кровища, руки. Оружие неисправно, да? Ну, починим, попробуем. Не потратилось. Замечательно. Послужит мне этот меч ангела еще. Что это такое? Так, что у нас тут? Карточка нужна. Президента городского... Да ты вообще офигел. But I believe it finally landed in the capable hands of police captain Halim. Капитана полиции. Why hasn't he opened the bunker himself? Regretfully, captain Halim's interest in material. Больше не интересуется земными делами. He frequently shambles around K Street. Он часто бродит по Кейт-стрит. Perhaps they have some ощущение братства. Здорово. Так, ощущение братства. Так, что теперь делать, блин? 5 метров куда-то бежать. Ну? И чё? А, раздобудьте ключ. Так, теперь ищу... найти зомби в форме полицейского на какой-то Кейт-стрит. Ой. Это будет интересно. Ну, по крайней мере, утро. Что не может не радовать. Так. Воу-воу-воу. Ребятки. Ой, лезь туда. Ну вас нафиг. Ой, туда не лезет. Влазь. Ой, тут статуя. Да вылазь ты, мать твою. Вот мудак.
Так, а на лошадь хрен залезешь. Так, Осман Батый. Куда тут? А, вот 50 метров. Метров, не сюда. Ошибся поворотом. На! Чёртов мудак. Вот, что-то желтенькое. Пришел я на Кейт-стрит, или как он там? Рояль. Это Рояль-стрит. Твою-то! А этого мудака не убило. На! Прям, по вот этому. Кыш. У меня проблемы. Активирует ловушку в машине. Вот туда он иди. Давай, давай. На! Мудак. Так. Дайте угадаю. Этот чертов капитан, вот этот мудак. Ой, хорошо как приложил. Ой, ты черт. Вот еще какой-то коп. Ты задолбал камнями кидаться, тварь. Да черт бы тебя побрал. Ух ты, приложил-то как. Так, надо... Какие-то еще падают тут. Иди сюда. Кыш. Ох, гад. Блин. Да ёлки-палки. Так, сзади никого. Давай беги сюда уже. А, так он склеился. Фух. Так, ключ от бункера. Что еще? Thank you, Captain Halim. Так, забрали. Ты че тут летаешь? Пугаешь. Нет, это была не самая лучшая схватка. Так, полицейские дубинки. На, ножи нужно было использовать, наверное. Я немножко как-то про это самое. Кто тут? А, они груз охраняют. Да пусть охраняют. Не, он нафиг не нужен, этот груз. Итак, 50 чё-то там метров. Воу. 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 Оп. Фух. Площадь перед мэрией, да? Ха-ха. Граждане. Так. Ну что ж, ключ мы нашли. И теперь посмотрим, что интересного тут есть. Так. Снова мы здесь. И снова все по-новому. А, ну как по-новому? Тут деньги есть? Нету. То есть здесь нифига нету. А, нет, тут взрывачки. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вашу-то мать. Много вас там еще? А тут кто? Там плевачка. Тут еще где-то была взрывачка. Так, ладно. Где ты, мудак хренов? Мать твою. Чёртов придурок. На. Блин, я нифига не вижу. Иди сюда, на.
Так-с. Здесь закрыто. А что тут внизу? А здесь у нас что? Кто-то ползет. Ты хорошо отлетел. Готов. Какие-то... Канализация, что-то поднял, какую-то записку. О! Глядите, кто тут? Оп! Хренов, мудак! С башкой раздвоенной. На тебе! Ух ты! Кто там еще рычит? Оп! А, вот тут подкрепление какое-то. Подожди. Вот такой вот он. Кликер. Чё где там? Вообще мозгов нет. Ладно, надо тебя кончать. Надоел. Блять, тараканов. Тьма. И нашел кликер. Значит, это у нас... Чего? Вот эта фигня. На 2 повышает... Улучшает все показатели, как король. Уникальная. Ну, это уникальная, это она единственная. Король-то можно где-то найти, кто-то выдает их. Ну, то есть, есть какой-то шанс, наверное, что его можно, ну, найти в сундуке, по-моему. Как-то так. То есть, я их уже не первый этот король у меня. По-моему, я в ноже такой использовал, ну, там, такого плана. Оп. А вот кликер. Действительно уникальная вещица. Так, это мы все забираем. Такс. Что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Лифт просто какой-то, я не знаю, Resident Evil. Кровище с потолка просто стекает. Ужаснейшая картина. А если в него зайти? Фу, такой вот кровавый душ. Слышно, как капли бьются вот по металлическому полу. Как во время, вот реально, во время дождя. Это какая-то, как Блейду какая-то отсылка, да? То есть, дискотека вампиров. Ха, я не знаю, как это объяснить. Так, ладно, мне куда-то вниз. Так, кажется, сюда. Тут опять... А, ты хрен тут, мудак, делаешь? А? Тебя рубануть может? Проникните в бункер. Ты чё, больной? Get away from it, thief! Ты чё? Слушай, я не хочу тебя убивать. Блин. Метательные топоры. Ну ладно. Так. Открываем. Нам теперь нужно найти что-то там при... Эти... Как их там? Разную фигню. Так, здесь все раздолбано просто. Щитки валяются, провода порваны. Погрызены. А вот видно, все желтое, но некоторые территории подсвечиваются еще желтее, да? Такого плана. Вот сюда, кажется. Да, вот. Здесь что-то. Проверить бункер. Великолепные всякие прибамбасы. Кажется, никого. Вроде тоже. Эх, вот так вот.
Так. Средневековый длинный меч. И бреттер. Помимо всего прочего, что здесь еще интересного? Кажется, нифига. Тут хрен зайдешь. Такс. Это у нас куда? Туда вот можно зайти. А вот и хранилище. Дайте угадаю. Надо лезть вот сюда. Так, давай свой тик-так. Такс. Терпеть не могу канализации. Фу, с дохлыми мышами. Крысами. Тому подобным грызунами. Так, тут вообще в вентиляторе он застрял. Так, граждане. Исан, это Крейн. Я в запасной бункер под городом. Я думаю, мы попали в джекпот. Это хорошая новость, Крейн. Спасибо. Did you actually get Tapi to help you? Yeah, but I had to kill him in the end. I totally understand. Ничего удивительного. Так, сколько их тут нагреб уже? Хрен его знает. Ну, много. Че еще? А, вот здесь еще полным-полно. Но это мы сдадим, получим кучу опыта. Джекпот, значит, у нас, да? А, с этой стороны теперь можно это все открыть. Ну. Ну, джекпот. Я бы не сказал. Водичка. Сок. Пустые контейнеры. Там в коробках понять не имею, что. Порошок, кому он здесь нужен. Стирать вещи тому в последнюю очередь. Чтоб... О чем бы человек думал в такой ситуации? Так. Здесь у нас закрыто. Здесь я был. Тут я тоже, кажется, был. В эту сторону я не ходил еще. Чего-то интересного, по-моему, нету. Не, ничего. А здесь что? Фигня какая-то. Что у нас здесь? Цветы, кровати. Действительно бункер такой вот. Ну, на Fallout не похоже, но понятное дело. Семейное фото, крючки для одежды. Цивильно. Не просто где-то складывать, на стул вешать. Жрачка какая-то китайская. По 4 человека. Ну, тюряга. Цветы какого-то хрена. Это кто? Ладно, все, надоело мне тут лазить. Где тут выход, блин? Так, прям надо мной. Что-то я заблудился. А, вот. Все, я правильно шел. Так. Секунду. Граждане. Я опять заблудился. Где-то внизу. Покинуть мэрию. Я сбегаю еще, наверное, на вышку. Вот. Посмотрю, что там за запись. Что она из себя представляет. Чтоб немного, скажем так, сюжет толкнуть вперед, да? Карта. Ну, поскольку здесь каких-то других заданий, ну, просто уже. Все, шаром покати. Ничего. Все места я освободил, кажется, да? Вот они все зелененькие. Все отлично. Какие-то плакаты. Какой-то груз. А, плакаты, плакаты. Это что? Плакаты. Этих плакатов как говна. Погнали. Стоп, стоп, не понял. Это кто такой кладовщик? А, это в этом. В как его? В университете. А я здесь на вышке. Так, как тут? Так. Придется немножко пробежаться. Воу! Вот. И бах! Бах! Туда! Х!
Харан, мать твою! Эх, разбился? Да, кровище растекается. Кто-то сам падает. Даже помощь моя не нужна. О. А так я тебе не перекину. К сожалению, через бортик. Отелей, правда, здесь. Вот так вот. Вставай, давай. Давай, давай, давай. Вот так вот. И туда. Блин. Ну ладно. А я здесь залазил? Я не помню. Кажется, флага там нет. Что написано? Food. Жрачки. Дайте жрать. Это для каких-то этих Google Maps, наверное, чтобы с космоса. Так. Куда я тут, блин, попал? А кто у нас здесь? А, вот там вот этот товарищ. Он, как он там, пришел в себя, нет? Привет. Не шуми. Вот тут где-то сидел. Все, пошел меня теперь искать. Так, что это за код какой-то? Смешной такой. Так, здесь какие-то вещи. А тут котов этих немерено. Целое семейство. Оп. 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 А. Так, ладно. Надоели. Где-то там. Ой, кому-то помощь нужна. Где он, где он, где он, где он? Мразь. На. Фу. Еще чуть опыта. Ну как сказать, чуть-чуть. 4000 это прилично. А, мне вот сюда, да? Так, они тут понастраивают. Хрен залезешь. Воу. Ты че, мудак, творишь? А, вот здесь, сюда. Воу. Прощайте, блин. Чертова башня. Так. О, смотрите как. Заплатил опытом, чтобы подняться сюда наверх по-быстрому. Так, с тобой все понятно. Здесь быстрый переход. Трущобы, да? Сразу в башню. Что я могу... Ой, тут столько нагреб. Нафиг. 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 Так. Так, арматуру только сюда вот сдам. Где она тут? Вот так вот. Сигареты, кофе, кликер пусть будет. Так, ничего я ждать не буду. Кто-то вон там сверху. Так, ты кто у нас? Ной! If you pass the fun zone, please check what's happening there. What do you mean? You'll hear it for yourself. Кто-то зовет на помощь. Женщины и дети. Фан-зона. Это у нас что? Отлично, новое задание. Супер. 10 тысяч опыта будет. И посмотрим заставку сюжетную. No matter how many times I watch it, I still can't believe it. О, это же эти новости. Internal global relief effort document surfaced today that, if verified, implicates the GRE in a far-reaching criminal conspiracy. Насквозь преступны. Instead of trying to find a cure for the Haran virus,
According to the file, the GRE had plans to weaponize превратить химическое оружие и продать тому, кто дороже заплатит. No, skip to the important bit. I was the last survivor left in the quarantine. I can't believe I made it out. I can't believe I'm still alive. We mourn all those who didn't survive, but as the president said in the speech here earlier today, life is for the living. Military troops have searched for survivors all over the quarantine, but now there's no one left. Военные части обошли всю карантинную зону. According to Colonel Tanner, once his decontamination process is finished, the infection will be completely. Какая санобработка? The ministry did this. They're making their excuses to the rest of the world for destroying a city. Подстава. Crane. Вранье. We already had an idea of how to send a message. We were going to plant explosives in a building and set off fires in a pattern, something the zombies could never do. Осмысленное изображение. The runner, Michael, over to the right building, but he can't get through to the top floors. Too many biters. As much as I hate to admit it, none of the rest of us are strong enough to do this job. Well, we've got to do something right fucking now, or you, me, Jade, and everybody else are going to get blown to bits. I tell Michael I'm on my way, and while I'm doing that, can you get in touch with Jade? Try to get her to meet me. You have my word. Даю слово. Огненное лицо. Встретиться с Майклом в канализации. Так, граждане, хорошие. Так, это что у нас? Узнайте, что случилось в фан-зоне. Здорово, обязательно узнаем. И кладовщик. Может быть, сбегать к кладовщику? Так, куда тут вообще ведут эти... Непонятные эти. Ну. Это ближайший вроде. Так цепляйся. Что-то он не хочет. Эй, мудак. Ничего не понимаю. Вот же трос. О, наконец-то. Воу-воу-воу-воу. Фух. Безногий спайдер. Вот вам, пожалуйста. Еще одно задание, я так понимаю. Да, безногий спайдер и фан-зона. Противотресковое оружие. Отлично. В следующей серии будет уникальное оружие. Так, а тем временем я продвигаюсь дальше. И тут 200 метров всего лишь. Что это за противотресковое оружие? Ой, плевашка. Мудак хренов. На. Сейчас я тебя, блядь, прибью. О, туда вот. Он выжил. Мать твою, как ты выжил? И чё, плюется? А, стоп, тут какая-то... Ой, тут банда. Ах ты, ёб. Ты чё, придурок? Ты посмотри, что тут творится. Вот так вот по мордому. Твою мать, его прикрывают. Ай-яй-яй, больно. Куда он делся? Ёперный театр с таким сплэшем. Готов. Ой. С вашими плевачками. Давай, иди сюда. На. На. Ой, хорошо как. Ты склеился? Мута хрену. Где ты там? Чёртов придурок. Фух. Ну тут, блин, беспредел. Так. Громила. Давай посмотрим, что у тебя тут. Хромовник. Отличная какая-то хрень. Так. Замечательно. А там торгаш, кстати. Сейчас. О, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты чего? Вот он.
Где-то уже чуть ниже. А, вот здесь, что ли? 24 часа. Открыто круглосуточно. Так, ну что ж, давай поменяемся. Что у тебя здесь интересно есть? 800 урона. Отличная мачете. 900 уже великолепный полуторный меч. Здесь 700. 785, да? Великолепная военная мачете. Я даже не знаю, что делать. Здесь 500 это мало. Тут 73 это неплохо. Я это все нахрен продам. Это оставлю. Ценности. Это все тоже оставлю. И сделаем какой-нибудь меч интересный, наверное. Что тут? Что шипит? А где это хреново радио? Чуть не могу покурить. Тут как бы есть радио. Вот на столе должно стоять. Но его нет. Ясненько. Так, телек да потопный. Горшок для цветов. Так, лады, хрен с вами. 100 метров. Воу. Воу-воу-воу. Вот сюда. Какая-то встреча. Или что там? Ой, опять месяц, народ. Твою мать. Готов. Он всех уже убил, ну... Что-то отпало. Воу. Выдохся. На! Ха! Так. Давай. Футбол поиграем. На. Блядь, я промазал. Так, интересно, с ним можно поиграть в футбол? Ой, что-то далеко, блин. А, тут до хрена этих мечей. Иди сюда, давай. А, он склеился, бедняга. Я его убил этим мечом. Площадка. А где это на карте, кстати? Где поиграть в футбол? В южной части. Здесь вот есть такая вот площадь, да? Ну, легко здесь ее найти. И здесь вы можете найти газон, несколько мечей, один где-то, где он тут? Жаль, их не подсвечивают. Был же где-то здесь мяч. А, вон он под лавочкой. Вот один, там еще один. И можно в футбол погонять. Блин, не попал. Так, что у тебя тут? Какой-то булава, еще какая-то хрень. Где мяч? Вот. Да, но здесь психа много. Куда делся? Тихо. Где мячик? Блин, я потерял его. Или в машину попал. Не вижу. Все, пока. Куда я его дел? Жаль, не подсвечивают. О, космонавт. Ну, ударь меня давай. Отлично. Полетел. А он не летает. Фиш. Вау, пополам. Поп. Пополам просто рубануло.
Вот такой вот меч ангела. Так, я что-то... А, вот мяч. Оп. Где он тут? Кыш. Куда делся? Опять потерял. А, вот он. А он горит? А хрен узнает. Сейчас проверим. Врезался в меня. Так, ну поглядим. Не потратилась ячейка. Так, не хочет. Так, где ворота? А ну-ка забью. Бах! Блин, вообще промазал. Гол, мать его. Ладно, все. Один забил, хватит с меня. Так, здесь у нас еще кто-то. Статуэтка, по-моему. А кто здесь? Где-то внизу. Что-то желтенькое там подсвечивается. Сейчас мы еще какую-то встречу. Посмотрим, что это там такое. Да, ё-моё. Нет, всего лишь сундучок. Ну, тоже неплохо. Гвозди прямо на столе валяются. Так, кажется, вот здесь где-то. Кто у нас здесь? Здесь вот, да? О, здравствуйте, мадам. Never expected Haran's destiny to turn out so close to its intention. And yet, so far. What do you mean? Haran has always been something of an anomaly. It was originally settled in the Middle Ages, but it has always been an open city, a center of trade. Центром торговли, коммерции. The prevailing attitude here has consistently been one of tolerance and acceptance. People of all nationalities, ethnicities, religions, all were welcome within Haran's borders. Пусть только платят налоги. They could pay the city's taxes. Sounds like a good thing. You would think. And for the most part, it has been. The aborted global athletics games would have highlighted the city's diversity. So why do you sound so down about it? Because the outbreak has demonstrated what I fear is one of the more fundamental elements of human nature. Мы любим делить друг друга. На своих, на чужих. Okay, well, thanks for that bit of inspiration. Жизнеутверждающая речь. Да, мы любим делить всех на классы и тому подобную хрень. Да уж, сильно. По-философски так. Так, где это? Что это за хрень? Так, вот мы. Замечательный меч ангела. Чё тут вообще есть? Граждане, тут столько мусора. Оно мне нахрен впало. Где я? Вот там. Ой, тут промазал. Так, надо вылазить, отдавать кладовщику барахлишко. Не понял. А, стоп, я не то сделал. Блин, припёрся. Груз. Какие-то куча монстров. Где я вообще? Это что? Источник дыма какой-то здесь. Это на следующую серию, наверное, оставим. Я вот сюда вообще хотел. Ну, придется немножко так по-быстренькому. Оп. Через дом. А тут интересно, можно... Ай, жаль. Как какой-нибудь погоне. Пробегая через дом.
там вбежал, тут выбежал на каком-то этаже. Тихо. Эх, вот только зарядилась. Так, ёперный театр, как тут перелезть? А, он сюда вот может. Вот это отличнейшая вещь. Кстати, может заглянуть к этому чудаку? Где он, кстати, тут? Или это не здесь? Что я... Что тут у нас? А, груз, хрен с ним. А, вот здесь, кажется. Вот так надо было бежать. Да. Вот бар. Да, так и было. Секунду ж. Что, не та сторона? Или это не тот бар? Да нет, тот бар. Кажется. А вот что тут валяется. Тут до хрена что-то валяется. Тут еще внутри кто-то есть, точнее не внутри, а, статуэтка. Сундук, который так вот открывается легко. Это я трогать не буду. Здесь... Что вот здесь вот был этот мудак? Чиновник хренов. Я что-то путаю опять. Хрен с вами. Давай наверх. Оу. Так, куда мне там? Оу, ты чего? Давай залазь. Так, тут воду просят. Там еду. Выжившие внутри. Полезли, полезли, давай, тик-так. Оп, красавчик. Оп, молодца. Так, а вот и мы на крыше этого замечательного университета. А вот этот мудак сидит. Да? Привет! Как погода? Ась? Хе. Голуби тебе тут не мешают. А, ну, под козырьком каким-то сидит. Ну ладно, хрен с тобой. Так, привет, народ. Чё тут у вас новенького? Давай-ка, поторгуем, продать. Булава, тяжелый этот... вот это все. Да, купить. Военный мачете 722 урона, 723 урона. По этому неплохо. Я покупаю военные мачете. Кабель, марлю, клинок, химикаты, аптечки и отмычки мне не нужны. Итак, с великолепно вот этого мачете. Сейчас попробуем что-то сделать. Меч ангела. Мне он понравился, пусть будет. Будет меч ангела. И улучшение. Значит, кликер я, наверное, не буду использовать. Урон. Обращение. Наемник. Урон и прочность добывает. Добавляет, точнее. Зверюга урон добавляет. Давай зверюгу. Урон и прочность. Наемник. Урон и хорошо так прочность. А здесь еще больше урона. Давай еще зверюгу. А еще зверюгу можно. Давай еще зверюгу. Ого. Товарищ. Ой-ой-ой. Блин. Зверюга. Зверюга, зверюга, зверюга. Чего? А ну, что получилось? 1337 урона. 4, 66, 73 обращения. Мама дорогая. Так, надо сделать серию, наверное, записать. Выживание среди этих. Ха. Среди... Ночью. И чтоб прыгунов было много. Как-то так.
Ну, тот добью. Вот этот, наверное. Хотя я его буду добивать. Черти сколько. Так, кладовщик. Я принес тебе ништяки. А ну-ка, сколько? 1040, наверное, дадут. 80 тысяч. Круто. Кому-то помощь вот надо. Он наконец-то раздуплился. Так, и тем временем, что у нас по... Вот так вот выйдем. 53%, да, огненное лицо. Ну, давайте я еще одну квитанцию поменяю. Или нет, оставлю. Оставлю пока. Может быть, сделаю кому-то подарок. То есть, если кому-то за... будет интересно, то сделаю такой вот подарок. Поменяю какую-то вещь, что выпадет, то и подарю. Как говорится, вот так вот. Такс. О, с видом на стадион. По-моему, шикарно. Вот здесь стульчик как раз есть. Тут тоже можно наслаждаться видом. Залазь, мудак. Ты что, совсем больной? Вот, кажется, отличный. Вид шикарный. Значит, оружие. Какое здесь хорошее. Военные мачете. Это просто супер. Это мы разберем. А синеньким вот этим вот будем добивать, сколько он там стоит. 600 всего лишь урона. Здесь в два раза больше. Вот так вот. На этом замечательном фоне я с вами прощаюсь. Довольно интересная получилась серия. Нет уникального оружия, зато появилась уникальная встройка. Уникальное улучшение. Отсылка к Last of Us, кликер, ну и дальше по сюжету еще будет два задания с уникальным каким-то оружием. В одной из них так это точно будет. Всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до встречи в новых сериях, пока-пока, ребят.